возьмет шары и, наверное, с нашу голову. Может, тебе кулинарный канал открыть, а не игровой? Сколько? 30-60? Где у тебя истерика? Только внимательно смотри. Представляете, Ксюша разбила вот такой вот один шарик. Всем привет, доброе утро. На сегодня выходной. У нас нету школы. Наконец-то. И настроение тоже не очень. Ну что это означает? Сколько уроки? Часов или минут, сколько времени я спала, сколько времени я читала, сколько времени я играла в игры. То есть, ну... Сколько времени была в телефоне, да? Нет, это геймин. Угу. Геймин и играть в видеоигры. Это я получается, спала. Ты не читала ничего? Нет, не читала, не играла в видеоигры и не играла. А телефон должен быть, я считаю, здесь. Ну вот. Кейман, это тоже телефон, он сказал, потому что 5 часов в день телефон. Наверное, ты это играешь или ты смотришь телефон. Ну да, общее это телефон, как бы, игры это. Кейман, если только. И потом проверяют они у вас? Нет, они просто будут смотреть. Угу. То есть не смотреть, а вот... 8 часов ты спала? Да. Вчера. Да, тоже 8. А тут что не записала? Сколько я постель заправляю, идем завтра. А компьютер это тоже как телевизор? Да. Игры это считаются или что это считается? Ну да, ну я там делала игры там 2 часа или 1 час. Макс наводит порядок у Ксюши. Он приходит, приносит игрушки, оставляет их и уходит. Да, Макс? Давайте календарик несите. Открывать будет. Почему Макс не открывает календарь? Почему ему не купите календарь? Адвент-календарь, как у девочек? Потому что он не захотел. Он сам, он выбирал, мы ездили, мы в 2 или 3 магазинах. Были, выбирали, он так и не нашел. Он так и не нашел календарь, который бы ему понравился, а просто так покупать лишь бы какой-то, а он не захотел. И он выбрал просто машинку, обыкновенную машинку он купил себе. Я ему предлагала киндер-сюрприз, этот адвент-календарь, там открывать эти яйца, шоколадки всякие разные. Я бы взяла киндер. Да, но он не захотел, ну вот так вот. Что ж, я его буду заставлять, что ли? Переодевайся. Сразу. Сегодня у нас выходной. Какой-то католический праздник. Какой-то святой Анны, да, или что-то такое. Мария. Святая Мария. В общем, сегодня спали до 11 почти. Но у меня будильник был на 10 часов утра. А я в 8 проснулась. У меня будильник был на 10 часов утра. Я услышала проснулась. Будильник. Его выключила и дальше спать. На улице погода не очень, снега нет, ничего нет. Пасмурно, даже не знаю. Может, в Люцерн поехать? Да. Вот бы поехать в другой город какой-нибудь, а в Цюрих или... О, там в Цюрих или есть в Цук, или я не знаю. Да? Мы еще не были. Именно вот в зимнее время, в рождественское, когда там все украшают, все красиво. А в Люцерне все время... Все одно и то же. Кто спрашивал, у кого день рождения скоро? Скоро у Макса день Каролина. Рождения. У него 13 декабря, у Каролины 17 декабря. Но мы будем отмечать 19-го, потому что 17-й это четверг. А у Макса тоже? Нет, у Макса в воскресенье как раз. Шоколадный медовый, тортик. Шоколадный, наверное, медовый, шоколадный, да, опять? Шоколадный. Медовый, наверное, опять сделал, очень шоколадный, нравится всем. Шоколадный, и... пожалуйста. Какой шоколадный? Ну, у меня крем шоколадный там, ну, есть, я купила. Шоколад. Я крем шоколадный купила. Просто все шоколадное. Просто все шоколадное. Тесто тоже шоколадное? Да. Вообще, наверное, сделаю бисквитный и медовый тортик. 2 тортика сделаю. Почему опять эти 2? Ну, потому что они самые вкусные, я другие не умею. Нет, шоколадный. Ну, вот бисквитный шоколадный, бисквит с шоколадом. Вы потом прищепки и пакетики оставляете? А я взял бисквит. А вот у меня... Вау! Бомбочка для мамы. Я так и знала. На ощупь. Да, что же может быть такое круглое? Я насчет вкусно пахнет. В общем, здесь цветочками, по-моему. А, нет, вот цитрус. Да, цитрус. Цитрус. Наливаешь. Ну так ты не поймешь, что там нужно смотреть. О! Ногти. Я тебя хотела вчера спросить, если ты мне можешь сделать ногти. Ну вот тебе ногти. Тут сколько? 30 или 60? 30? Ну там, да. Ну там подбирать нужно под свои.
У нас вчера осталась гречка, я хочу с молоком гречневую кашу. Кончилась мука? Нет, там внизу есть. Ксюша панкейки печет. Да, огромная, я купила 4 там килограмма, по-моему. Нужно открыть и пересыпать. Сюда сразу насыпай. И да. И перемешивай. Должно быть не сильно густо, не сильно жидко. Ну так вот, среднее. Да, думаю, нормально. Все, сахар добавила? Угу, попробуй. Не 3 стакана сахара добавила? Может, тебе кулинарный канал открыть? А не игровой. Игровой и... Будешь это... Все, наверное, уже хотят... Где оно горячее? Все, наверное, уже хотят узнать рецепт твоих блинушек, Ксюша, от Ксюшки. Оно горячее. Сейчас ты измажешь все вокруг. Смотри. Это же я... Блинушек, сюда нельзя. Так вот наливаешь, потом потихонечку вот так вот разравниваешь. Уже готовится. А зачем ты посыпкой посыпала? А? Один поджарился? Она вся сыпется, смотри, высыпается. Спасибо. Поехали на коньках кататься. Мы тебе Мишку возьмем. Ты на Мишку сядешь, и мы тебя будем катать. Мишка только есть, мало все целое. Мишка там тоже, там пингвинчики. А там нельзя садиться на пингвине. Так были же там такие, которые садились в люцерне. Это мои. Мама, сиди так странно. Что? У меня точно такие же. Они вообще не удобные. У меня точно такие же. У меня точно такие же, видишь? Без задников. Без задников у меня точно такие же. Посмотри, я ничего на них не падаю. Шапку надевай. Так замерзнешь. Где ее шапка? Угу. Где ее шапка? Каролина, где твоя шапка? Все, пошли. Бонечка, пока. Там пить у нее есть, кушать у нее есть? Все, пока, Бонь, охраняй. Свет оставим ей? Хорошо, мы тебе свет оставим. Все. Ти-ти-ти дома остается. Пошли. Угу. Садитесь. Давай, Макс. А перчатки есть у Макса? Нет. А как Макс без перчаток? У него нет перчаток, да? Так, все. Все, уселись? Нет, да холодная. Прижат? Да. Давайте застегивайтесь, пристегивайте. Все, поедем покатаемся. Время сколько вообще? 5? 5. Мам, тебе удобно? Время 5, да. Мам, ты должна чуть-чуть опустить, смотри. Почему? Потому что я там сидела. Елочка, смотрите, какая. Прям над нами. Такие большие шары. У нее шары, наверное, с нашу голову, смотри, если не больше. Красиво. Они ее каждый год привозят и увозят, эту елку. Из леса. Да, настоящая. Они ее выкапывают, потом опять закапывают. То же самое. Да? Каждый год одна и та же елка. Сейчас пройдет зима, они ее выкопают, опять в лес увезут, и потом опять. Смотрите, как красиво там. Ролекс. Они тоже, у них всегда одна и та же елочка. Смотри, как красиво. И там... Маргарита, как ты смотрела вообще? Тут нет ничего. Вот здесь раньше был каток, нет катка.
Mucho. Amargo está viendo ilusiones. Нет никакого катка в этом году. Годом, сейчас посмотрим. Сейчас я зайду в интернет. Сейчас я посмотрю. Да, в общем, написано с 28 ноября по 3 января. Но сверху еще один вот красный написано, что это не точно. Поэтому... Ну это не точно. Вот это не точно. Короче, приехали мы кататься на коньках. Все, покатались, накатались, все довольны. А теперь едем домой. Ура! Все счастливые! Все злые. На Маргариту, потому что она плохая. Вместо катка мы решили покушать мороженое. Приехали в Макдональдс. Тут такая очередь. Все голодные, наверное. Только машин. Все хотят кушать. Мороженое будем кушать, да? Потому что хотим высоки. О, Бенни, прибавьте больше. Адам только может мороженое. А только одна Маргарита хочет кататься на коньках. Да? Чё? Только одна Маргарита хочет кататься на коньках. Да. Да? Так уж никто не хочет? Так, все, заказали мороженое. У кого там? У девочки истерика. У тебя может быть истерика. У тебя может истерика. Он так, я хочу Вали. Все, мороженое перекусили. Все съели, поехали. Прокатились. И домой. Так, мне сейчас еще нужно доделать домашнее задание. Так, вот это вот я уже сделала, это немецкий. И сейчас мне еще другое нужно это делать. Сейчас достанем. Лену домой. Но нет, совсем не в папке. Кстати, мы это сняли видео в ВК. Там, по-моему, 5 фактов. А Ксюшу мы снимали. Там 4 факта правды, а один факт это неправда. Так, ну я все поняла. В общем, переходите по ссылочке в описании. Вот это вот. То, что я сегодня утром еще сделала. Я написала, сколько часов я спала. 10 часов я сегодня спала. Вау. Вчера я спала 8 часов. Так, сегодня я совсем не была в телефоне. Ну, только вот сейчас вечером... Ой, я где? Вот сейчас вечером я, не знаю, сколько, 30 минут. Тут у меня компьютер. Мне нужно... Ой, как прямо! Мне нужно сейчас зарядить компьютер, потому что нет батарейки там у него. Вот это вот эта вот серия Jane the Virgin. Вот. С 13 лет. Ну, мне 13. Ничего плохого. Только внимательно смотри. У нас такого нет, по-моему. Да. Я когда увидела, у меня аж эта дрожь пробежала по телу, знаешь, так вот, тык-тык-тык-тык. Давайте. Ты что смотришь, укуталась такая, как эта красная шапочка сидит тут. Ну вы съедем на дела. Представляете, Ксюша разбила вот такой вот один шарик. Жалко так. Вот у нас последний остался. Он стоял у нее на этих, на колонке, в комнате на колонке стоял. И она говорит это. И я, говорит, чихнула. Это как нужно чихнуть? Представляешь себе? Она говорит, я сидела, смотрела фильм, чихнула, и получается, ну, отдача пошла, такая нога пнула ногой. Она чихнула, и ногой такая стол треснула, и он это так и упал. Вот мы потом стекла собирали, а? Мелкие такие, на мелкие кусочки разбилось, все, подожди, стекла под кровать залетели. Горнолыжные базы, главное, переполнены, все едут на лыжах, катаются. Подъемники все переполнены людьми, которые в гору поднимаются. Но зато вот здесь каток не разрешили поставить. Мало в Свитерленд тоже не поставили каток, который мы катались в прошлом году.
Я просто вообще не понимаю смысл какой. Люди же все-таки катаются, они же там не в обнимку катаются, правильно? Mm-hmm. Не настолько там все прям вплотную, не знаю. Хотя бы, не знаю, сделали бы ограничения. Да, либо с масками или кататься. Только столько людей могут. Да, ну я говорю, ограничения сделали бы в это, в количестве. Билеты нужно покупать через Да, или билеты покупаешь там, не знаю. Ну, в общем, это, конечно, обидно. Обидно. Очень даже. Несправедливо. Мы будем жаловаться. Что ты смотришь? Давайте посмотрим, что же Ксюша у нас любит смотреть в Ютубе. Кого она кушают? Смотрит? А как я? Люди кушают? АСМР? Я? Нет. Я смотрю... Ксюша смотрит вообще не русских блогеров. Ну, не только не русских. Из русских я ты кого только? А4 смотришь? Да. А не русские? Hi, sisters. Вот это вот ей нравится. Sisters. Еще Fortnite. Еще вот это. Кто это? А кто? А это этот Дава. Да. Пику, пожалуйста. А4, а еще кого? Дава, не знаю, как люди кушают. Как люди кушают, чтобы аппетит разыгрался, да? Смотрите, мы какую коллекцию собираем. Вот классные игрушки в этот раз Макдональдс. Смотрите, они даже золотые. Вот две фигурки золотые. Да, вот эти. И их много. Дело в том, что их очень много. Обычно их только по 6, по 7 штучек. Вот смотрите, какая коллекция уже большая. И повторок очень мало. У нас только две повторки. А нет, да, две повторки вот эти. Вот такие вот две одинаковые. Есть вот такой вот. Есть девочка. Ой, это кто? Поварю? А нет, это Соня. Спит он за Соня. Наушников такой. Вот такой вот. Такая вот девочка есть. Вот. Еще кто? Это какой-то тут начальник. Ремонтник. Ой, вот этот прикольный. Вот, и этот, смотри. Сколько? Угу. Уже 10 часов ночи, мы идем спать. Завтра нам надо рано вставать, нам надо вставать в 6 утра. Каникулы 18 декабря, у нас каникулы. Night routine. Всем спокойной ночи, до завтра. Завтра вставать в 6 часов, то есть 5:30. Можешь мне разбудить? Ты с ума сошла, что ли? Тебе в 7:15 выходить, в какой полшестого? Что ты будешь делать 1.5 часа, милая моя? Удают, блин. Полшестого тут меня разбудит. Да я полшестого не встала, ты чё? Вон, с папе скажи, папа на работу поедет. Полшестого, вот скажи, папа, разбуди меня. Убираем телефон. Давай, завтра утром вставать рано. А какой номер? А какой номер? Номер какой завтра будешь открывать? 9-й. Где какой? 9-й номер? Вот 9, вот это будешь открывать. Это? Да. Это какой? Это 9. Это помада. Наверное. Ложись. И там один. Угу. Давай, ложись. И? Все, всем пока, спокойной ночи.